Хейо, гайз, с вами Шумик, и мы продолжаем проводить игру под названием Ори. В принципе, у нас осталось с вами не так уж много серий. Как я и говорил, скорее всего, где-то 2-3 серии у нас еще выйдет. Я, короче, тогда не буду задерживаться. Давайте мы быстренько с вами отправляемся в горы. О, теперь как оно выглядит. Теперь здесь значок даже, что это домики Моки. Для этого нам нужно вот сюда. Так, там у нас ничего нету. Я правильно лезу? Да, я правильно лезу. Ну что, ребят, погнали в горы. В лесные, заснеженные горы. Здесь живет великий Баур, Ори. Он устал от долгой зимы, который принес в его владение упадок. И теперь спит. Но память леса еще хранит в себе весну. Может и Баур о ней вспомнит, если выйдет из... его разбудить. Давай его разбудим. Медведи? Но он большой, в принципе, из того, что у нас есть с вами разбудить. Это... Давайте попробуем магию. Что дали? Понятно. Типа летающий атакующий висп. Снилось, что ты придешь, дух. Но уже поздно, в этих краях царят лютый мороз и стужа. Весне тепло дремлет под толщей льда. На вершине горы. Здесь нечего делать, только спать. Ничего, разбудим. Предел Баура. Так, опа, по ним что есть, да? Рябинка. Типа падающая сосулька? А, я понял, что мне сделать надо. Я вас понял. Нифига себе. А мне туда, да, надо? Или нет? Нет, ну ладно. Ау, я-то думал. А ну, в супчик попадешь? Thank you.
Ей, супчи. Так, а теперь мне получится перо, да, нужно мне часто использовать. Ой, тихо, 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 я понял. Не врубился. Врубился. Только я не понял, зачем мне тепло нужно было делать. А, ну, в принципе, я это разморозил. Не врубился. А, тут переключатель. Теперь я врубился. Так, ну давайте в левую часть. А я думал, типа, это херь скользкая. Подожди, она же была замерзшая. Так, интересный факт. Нет. Тут это так не работает, я понял. Так, а как мне сюда тепло принести, интересно? Дело в том, что я не понимаю. Понимаете? Вот в чем дело. Ну, я типа сюда, да, я пришел. Тут вода, и она замерзшая. Растопить я не могу, мне нужно как-то сюда пламя принести. Странно. Ладно. Пока что забудем это место. Пойдемте туда. Ой, нужно... Ну, я как обычно, блин. Стоп, а дерево ж подогнившее, могу я? Могу. Окей.
факту я от них могу... Вот так вот, вот так вот. Иди ты отсюда. А, да ладно. Ау. Да ну не. Ну, я осколок нашел. Жизненная сила. Вы получили осколок. Вы наносите большой урон, когда ящики жизни заполнены более чем наполовину. Ух ты. А интересно, насколько урон увеличится? Так, давайте посмотрим, что мне тут ненужное. Где... А, вот это, да, он? Вы наносите на 20 больше урона. А, подожди, духовный цвет. Ладно, похуй. Правильно. Смотрите, этому я нанес, получается, 23, да? Я ему нанес 23. Я не тяну, ребят, время. Я хочу посмотреть. Если в действительности... А. Там было 23, да, у нас урона? А теперь мы поставим с вами с духами. Ау. Смотрите, 26. За этого 26. Как раз за этим сходим сейчас. Бля, писте. Подожди, я типа не могу. Серьезно? Двадцать три, да, все, ребят. Понятно, что теперь у меня лучше здесь будет. Хотя, если вот это поставить вместо чего-то из этого. Ну ладно. А как мне разморозить? Привет. Приветствую. Из-за мороза в пределе Буара. Все-таки хрупко становится. Знаешь, как разлетается на осколки карта. Вот и я не знал. А вчера уронил одно. Осколки были острые, как стекло.
Давай, да. Благодарю. Окей, спасибо. Сейчас посмотрим по карте, куда нам хотя бы идти. Ух ты ж, ё. Там был проход. Так, где ты меня обманывает? Я там прохода не видел. Так, знаете, что мы сейчас с вами сделаем? Смотрите, я вам покажу умение одно. Раз, два. Бля, я косой. Раз, два. Я косой? Либо я косой, либо меня обманывают. Ладно. Так, а насколько ты теплой территорией становишься? Там есть что-то? Да, там есть что-то. Почему ты не размораживаешься, я тебя спрашиваю. Может, я неровно кидаю? О, попал. Ой, горячий супчик. Стоп, тут пройти можно? Нет, нельзя. А, тут очень мало осколков для пополнения хп тебе. Это большой минус. Так, подождите, сейчас мы сюда сходим. Да, тут уже растопилось все хорошо. Подождите. Блин, вот это начинаешь теперь путаться. А, тут еще не тепло, я вас понял. Он меня съел, он меня скушал. Так, туда мне не подняться. Нахера я сюда лезу. Спасибо. Ладно, зато здесь тепло, и я могу теперь отсюда. Бац-бац-бац. Бац-бац-бац. Руда, хорошо. Дальше, что я могу сделать? Во-первых, я мог бы отсюда просто пойти сюда и подняться. Однако, а там переключатель или что? Тут вообще закрыто. Ладно. Энергии нужно экономить. Бац. Сфера собираем. Все собираем.
что мне делать, я не понял. И? Понимаю. Или я типа отсюда? Сейчас попробуем. Должен перенести огонь в свечу. Ну это тяжко. Или пройти можно? А куда мне идти? Ну, пока что единственное, что я вижу, это то, что мне нужно отсюда. Перенести огонь сюда. Но я снова же могу ошибаться. Хотя я могу пойти через верх, там, где мне открылся проход. Боже, как вы надоели. Ой, забьете. Короче, идите в жопу, скажу вам так. Погнали отсюда. Спасибо. Спасибо, я наигрался, как говорится. Я здесь огонь запустил, значит, мы идем куда мне надо. Тут закрыто у нас, да, все еще. На свидание. О, да ладно, это каменная, это это или нет? Видишь, видишь, она великолепна. Если смотреть издалека, конечно. Крик начал здесь охотиться, когда подули ледяные ветра. Я и сам не прочь путешествовать, но вряд ли эта пташка порхает по пределу только из-за любопытства. Может, эта мерзкая пустошь оказала лучше, чем край? Откуда она родом? Бр. Тупые котелки.
Так, подожди. Сейчас мы будем разбираться здесь. Ага, я понял. Спасибо. Мне как-то огонек сюда нужно запульнуть. Как я понял. Да ёлки-палки, как же это бесит. Я теряю высоту. Окейшки. Так, она, получается, сюда, да, летит? Ага, до пенечка. В принципе, я могу быстренько. Ненавижу. Сделать так. И бац. Все. Все, что нам нужно было, мы сделали. Остальное дело за малым. Ага, я понял. Да замолкни. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, 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 так. Так, так. Так, подожди, я передумаю, где еще один осколок. Ага. Ага. А, ну в принципе, да. Куда нужно попасть? Хочу ли я или нет? А, так я тут уже был. Тогда идем сюда. Так, и в воде там что-то есть, показывается. Или где-то здесь. А, не, видите, здесь не работает кнопочка атаки. Странно. Ой, я упал в колодец. А, световой всплеск. Вы основном так умение. Привяжите его к кнопке та-та-та. Теперь вы сможете запускать взрывающие шары. То, что нужно для того, чтобы расплавить. Понятненько. А, нужна энергия. Ну, в принципе, энергии не так много надо. Всего лишь единица. Давайте войдем, посмотрим, что здесь. А, вон оно что.
Так, последняя семечка мы нашли с вами. Окейшки. Так, теперь нам нужно позабирать все руды, которые здесь у нас остались. Готово. Так, а теперь вспоминаем, куда я еще не ходил. Скорее сказать, так, нам давайте назад тогда самой вернемся. Здесь мы свечку разморозим, полор откроется, скорее всего, ветер, фш, и мы залетим. Ой, не то. Мои еще удары сильнее, чел. Ладно, похуй. Падай, падай, падай. Так, дальше по ровной. Так, кнопочки атаки. Спасибо, что ты именно это показываешь на этом монстре. Ау. Вот, ты мне нужен. Спасибо тебе. Так, сейвим и здесь заканчиваем, ребят. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.